Может ли искусственный интеллект полностью заменить человеческий мозг? Как сделать так, чтобы сны запоминались? Какая еда помогает улучшить настроение веганам? Все ли священники правда верят в Бога? Сейчас я спекулирую. Привет, меня зовут Маша Чарная, я видеопродюсер портала «Такие дела», и мы запускаем новый видеопроект. Мы потребляем огромное количество информации, но вопросов от этого меньше не становится. Поэтому мы будем приглашать разных экспертов от нейрофизиологии до искусственного интеллекта и даже сыроедения. Ученые, люди с уникальным жизненным опытом, будут отвечать на ваши вопросы. Чем отличается сексолог от сексопатолога? Без понятия. Героиня нашего первого выпуска – Ольга Фатеева, судмедэксперт с 15-летним стажем, автор книги «Скоропостижка» о том, как люди убивают друг друга и что происходит с телом после смерти. Оставляйте свои вопросы в комментариях под этим видео. Пишите в личные сообщения. Смешные, необычные, серьезные. Через какой промежуток времени появятся летающие машины? Давно вас волнующие? Снятся ли патологоанатомом вскрытие? Любые. Мы ответим на все.